Сьогодні ми завітали на роботу до міського голови Бориса Філатова. Поспілкуємось про бюджет, Фейсбук та аеропорт. Я начну с темы, которую считаю одной из главных для Днепра, тема аэропорта. В последнее время она, на мой взгляд, значительно продвинулась в положительную сторону. Давайте прольем свет, кто же все-таки продвинул эту тему. Борис Филатов нашел инвестора, областная власть как-то договорилась, или инвестор благодаря своим бизнес-качествам обратил внимание по собственной воле на эту тему. Давайте для начала сразу как люди практичные, ходящие ногами по земле. Не будем говорить о том, что тема значительно хорошо продвинулась, потому что, знаете, избавление от иллюзий – это самое главное. Поэтому тема никуда не продвинулась, она лежит на повестке дня, и этот кейс у меня лежит на столе. Но до тех пор, пока не будет проявлена политическая воля руководителей государства по реконструкции взлетно-посадочной полосы, то никаких подвижек не будет. То есть можно, конечно, много по этому поводу спекулировать. Я слушал выступления там разных народных депутатов, слушал выступления мэра Львова, господина Садового, который предлагал нам построить аэропорт за свои деньги. Ну, просто когда люди такое говорят и несут такую околесицу, они же не понимают, о чем они говорят. То есть нужно разделять ситуацию с взлетно-посадочной полосой и с терминалом. Взлетно-посадочная полоса в неудовлетворительном состоянии. Для того, чтобы ее сделать, нужно 2,7 миллиардов. Ну, в городском бюджете нет таких денег. Ну, наверное, если весь бюджет развития 2019 года туда отправить и вообще ничего не делать в городе, а только ВВП, наверное, можно ее сделать. Но проблема еще в другом, что это государственная собственность. То есть город не может делать государственную собственность, это стратегический резерв государства. Взлетно-посадочная полоса на случай, понятно, любых, там, от войны до разных чрезвычайных ситуаций. Поэтому город не может делать взлетно-посадочную полосу, и когда Андрей Иванович ляпает своим языком, ну, то есть это просто говорит о том, что он вообще не понимает, о чем он говорит. Что касается терминала, терминал принадлежит частной авиакомпании. В авиакомпании поменялись собственники. Для горожан не секрет о том, что владельцем авиакомпании Днеправиа была компания «Приват». Бенефициары всем известны. Это наши земляки. Сейчас владельцем компании Днеправия является ярославский господин харьковский предприниматель, который выразил желание в том числе сделать реконструкцию терминала. То есть эти вещи нужно синхронизировать. Господин Ярославский не будет делать терминал до тех пор, пока не будет понимания, что будет с взлетно-посадочной полосой. То есть он не положит туда 60, 70 или 100 миллионов долларов для того, чтобы сделать новый терминал, а туда никто не будет летать, поскольку взлетно-посадочная полоса в неудовлетворительном состоянии. За 70 обещали. Условно, 70 это хорошая цена, действительно, это так. Ну, я просто я оперирую сейчас абстрактными цифрами, а не цифрами. Потому что, цифрами конкретными, потому что мы пока же не понимаем, нет ни проекта, ничего. Вот так вот. Поэтому это четкая его позиция, я его понимаю как предпринимателя. Это собственное желание, или, как писали некоторые СМИ, Борис Филатов нашел инвестора для реконструкции? Ну, смотрите, это движение в две стороны. То есть, Борис Филатов бегает везде по рынку и занимается этим вопросом каждый день. Но если не будет у инвестора экономической целесообразности, то, грубо говоря, он не пойдет навстречу пожеланиям Бориса Филатова. Да, мы давно с Александром знакомы, то есть мы с ним, нельзя сказать, что мы друзья, но мы давно общаемся, и мы товарищи, он, в принципе, в Харькове оперирует аэропортом, и все, кто летал через Харьков, знают, что там нормальный, хороший, приличный европейский аэропорт, и этот аэропорт, не аэропорт, а терминал, я подчеркиваю, он принадлежит господину Ярославскому. Поэтому это его бизнес, и, естественно, он заинтересован в расширении бизнеса, иметь и в Харькове аэропорт, и в Днепре. И самое главное, что в отличие, условно, от владельцев авиакомпаний, у него другой бизнес. То есть, если авиакомпании, опять же, не будем говорить о собственниках, заинтересованы в монополизации, то есть они заинтересованы пропускать через свой терминал максимально возможное количество пассажиров через свои авиакомпании, то для господина Ярославского, наоборот, чем больше будет авиакомпаний летать в аэропорт Днепра, и, естественно,
у него тогда будет больше заработок через его терминал, потому что он зарабатывает не с авиабилетов, а он зарабатывает условно с пассажиров, которые платят аэропортовый сбор за то, что их аэропорт как бы обрабатывает, пропускает багаж и все остальное. Поэтому в этом как бы большая разница между бывшими собственниками и нынешними. Естественно, когда эта тема уже давно как бы варится, она на повестке дня, естественно, когда у господина Ярославского там появились первые желания сыграть в эту игру, я к нему обратился, и мы как бы встретились. То есть, ну, если можно считать, что это моя заслуга, да, это моя заслуга. Но это, знаете, такой вопрос уже он перезревший. То есть понятно, что не губернатор, не господин Прыгунов, они не привели сюда Ярославского. Сюда его привел Филатов. Но я не хочу об этом говорить, это моя задача, это моя работа. Вот вы обратились к жителям области Днепра подписать петицию. Там видела, что вас обвиняли в неискренности, я немножко не понимаю почему. Но тем не менее, в связи с этим вопрос, как мэр Филатов может повлиять на решение правительства о выделении денег на взлетку и может ли поменять? В свое время, я объясню, да, мы очень много слышали о том, там, как Вилку выбивал деньги на ремонт объездной, на строительство объездной. Вот может ли сегодня Филатов использовать какие-то связи, я не знаю, какие-то давления, договоренности с правительством или с президентом? Ну, смотрите, по поводу, во-первых, по поводу неискренности. Ну, у нас, знаете, сейчас особенно в соцсетях никто не знает цену словам. То есть вот писать, а бы что-то писать. То есть плохое настроение мы пишем, то есть у нас поток сознания. Я к этому очень просто отношусь. То есть, это был вообще анекдотичный случай. Один молодой человек, продвинутый, прогрессивный, начал писать, что вот зачем мы к Филатову будем обращаться с петицией строительства аэропорта, ему аэропорт вообще не интересен, а ему интересно метро, и вообще мы будем типа за другого голосовать на выборах. То есть человек даже не прочитал петицию, потому что петиция, она по инициативе Филатова к Порошенко. А он подумал, что петиция по инициативе людей к Филатову. То есть люди даже в этом не хотят разбираться, у них просто иногда часто бывает поток сознания. Поэтому как бы, ну, я не собираюсь оправдываться, то есть я с аэропортом встаю и ложусь, Поэтому могут по этому поводу много спекуляций, там разные народные депутаты фонтанируют, которые вообще ничего не сделали для города, кроме идиотских переименований и все. Поэтому я как бы по этому поводу спокойно очень реагирую. Что касается, можно ли использовать свой ресурс? Ну, наверное, да. То есть я абсолютно четко, цинично говорю о том, что 19-й год на носу. Год выборный. И я всей этой киевской публике, без фамилий и имен, всем им говорю, что вы для города хоть что-то сделаете. Мы вам дали децентрализацию. Ну хорошо, дали, но вы нам как бы фактически вернули свое. То есть мы город бюджетообразующий, город, который остановил Новороссию. Город, который по количеству мобилизованных, убитых, раненых и попавших в плен на первом месте. Ну хоть что-то для города сделайте. Единственный город в мире, миллионник, в котором нет действующего аэропорта. Ну вам не стыдно? То есть вот как бы то, о чем я хожу, им всем говорю. В обмен они просят мою поддержку на выборах. Ну посмотрим, как они сделают аэропорт, а там по поводу поддержки на выборах еще подумаем. Ну не знаю, насчет вашей поддержки, но Порошенко, наверное, было бы выгодно сегодня, да? Я ж не комментирую действующую власть. Это в высшей степени неправильно. Ну то есть это не потому, что я боюсь или стесняюсь, это неправильно. Там есть свои задачи, у меня есть свои задачи. То есть, ну, наверное, да. Как бы, ну, это задача мэра ходить и убеждать, в том числе центральное правительство. То есть была бы возможность, мы бы сами построили. Но я уже в первой как бы части нашего интервью я ответил, почему это невозможно. Вопрос участия частичного, это тоже невозможно. Ну, смотрите, мы можем участвовать где-то в какой-то, я не знаю, истории, там, например, на условиях софинансирования, сделать большой паркинг городской перед аэропортом. Ну, это может и Ярославский. Это может сделать Ярославский. Фактически в этой ситуации я могу быть только провайдером, человеком, который защищает интересы территориальной общины. Получается так, земля областная, взлетно-посадочная полоса государственная, терминал частный. То есть города нет в этой истории. То есть я могу только бегать и их всех толкать в спину. Понимаете, вам известно, чем я и занимаюсь? Знает о проблеме Днепропетровского аэропорта лично Порошенко? Конечно, знает. Потому что мы, например, в Харьков ехали в субботу на форум для того, чтобы задать ему лично... Конечно, вопрос. Знает. Я вас абсолютно ответственно убеждаю, знает 100%. Известно, и я ему об этом говорил неоднократно, и другие участники как бы всей этой истории. То есть он об этом знает.
А смотрите, он не может об этом не знать, потому что, знаете, человек это видит своими глазами. За последние пару лет Петр Алексеевич был в Днепре несколько раз. И он, когда садится на самолете, у него то же самое происходит на взлетно-посадочной полосе. То есть он это не только видит, он это чувствует, когда садится на взлетно-посадочную полосу. Об этом знают все власть придержащие в нашей стране. Вот опять, верить ли обещаниям на форуме в Харькове, на экономическом форуме, после выступления Порошенко был Кубев, удалось ему задать вопрос. Он сказал, что вполне возможно в 2019 году он вынесет на нараду, которая, кстати, вчера должна была быть, не знаю, вынесли этот вопрос. И вот я, смотрите, я при вас сделаю сейчас. Давайте. Я просто Кубеву не могу дозвониться уже третий день. Зарема, а пожалуйста, набери приемную вице-премьера Кубева Степана Ивановича. Третий день не могу дозвониться. Вот его ответ был такой, что в Днепре возможен аэропорт, и даже в 2019 году возможно там начать его строительство. Ну, только три дня не могу дозвониться. Угу. Вот так. Смотрите, уже до такой степени все наобещали, что эта история превращается в фарс. Амельян обещал, Гройсман обещал, Кубев обещал, не знаю, Петр Алексеевич тоже, наверное, обещал. То есть все обещали, посмотрим, мяч на их стороне. Я думаю, что петиция 25 тысяч наберет, еще неделю она наберет. Легко, да. Будет, вы верите в механизм работы петиции? Смотрите, я не верю в механизм работы петиции, то есть это не значит, что она автоматически должна быть решена положительно, но это как бы еще, знаете, такая... маленькая песчинка на весы в нашу пользу. То есть они не смогут на нее не отреагировать. А вы реагируете на петиции городские, которые... Конечно, реагируем. Мы вносим их в зал и потом либо принимаем, либо отклоняем. То есть вот смотрите, была петиция по строительству в Вальдорфской школе спортивного зала, мы поддержали депутатами. Петиции, которые являются либо сведением личных счетов, либо методами политической борьбы, я даже в зал не выношу. Помните, пару лет назад бегали с требованием уволить Лысенко. Послушайте, пусть они станут мэром и назначают себе, кого хотят замами. А пока они не мэры, они замов не будут назначать даже через петиции. Я буду назначать замов. Поэтому как бы, тут есть принципиальный вопрос. Даже если они соберут 10 тысяч голосов, кадровая политика – это моя личная, персональная политическая ответственность. Поэтому это хороший инструмент прямой демократии, но очень часто им пользуются для того, чтобы каким-то образом либо сводить счеты, либо оказывать давление. Уже все же убедились, что давление на меня оказывать не получится. Я еще раз вернусь к теме аэропорта. Очень много говорилось и вами, в том числе и областной властью, о том, что у нас там технически не все возможно с нашей полосой, с нашим местом, где с локацией, где расположен аэропорт, там туманные зоны, там какие-то еще особенности есть. Задавали вопрос Ярославскому, я не знаю, насколько он компетентен, наверное, изучал тему. Он сказал, что никаких сложностей не видит, ни в туманах, ни в технических там каких-то особенностях. Смотрите, я же как бы о коллегах всегда пытаюсь выражаться очень корректно, до тех пор, пока они не открывают свой рот. Я имею в виду, например, того же мэра Львова. То есть, как бы, точно так же я не хочу выражаться некорректно, например, о областных властях, не областной администрации, а облсовете, скажем так. Коллективный разум, который носится с идеей сделать аэропорт в Соленом. Наверное, в Соленом можно его построить. Но это просто другие деньги, раз. Во-вторых, никакой Ярославский туда не пойдет, два. А в-третьих, наверное, это лет 10. В-четвертых, как туда возить персонал? То есть там городок надо построить вокруг аэропорта. В-пятых, знаете, когда ты несешь чемодан в аэропорту, у тебя есть такой багажный так. На нем написано ДНК, это Днепропетровск, я не знаю, там, Борисполь, понимаете, да, обозначение Международной авиационной федерации, код. Так вот для того, чтобы такой код присвоить аэропорту в Соленом, наверное, надо 2 года или 3 года. То есть, если областные власти готовы найти на это миллиарды, не 2,7, а миллиарды, десятки миллиардов, пожалуйста, пусть строят. Как вы оцениваете вообще объем инвестиций и вообще темпы инвестирования в городе? Зарубежными, отечественными инвесторами, разными. Если мы говорим как бы в абсолютных цифрах, то особого роста не видно. Если смотреть по оживлению деловой активности, я вам скажу так, а это, кстати, это не просто, это не просто замечание, это реально один из маркеров. В городе невозможно найти нормальный офис.
невозможно найти торговые площади. У меня вот приходили айтишники, я с ними встречаюсь, так мы договорились, раз в 3 месяца сверять часы, ну, IT-компании. Реально вот приходят 8, 10, 12 собственников IT-компаний крупнейших, они говорят, нам негде сажать людей. Оживление деловой активности в том числе. Во-первых, если мы говорим об IT-компаниях, для них есть совершенно другие требования к офисным помещениям. По классу А, там, с выделенными линиями, соответствующими там, вопросами как бы, энергосбережения и прочее. Таких офисов особо нет даже в городе, их никто не строил, застройщики. Но вообще, вот, насколько мне известно, я вижу с рынка, сейчас очень тяжело найти хороший офис просто под открытие, не знаю, фирмы. Ну, понятно, есть какие-то комнатухи, где-то можно сидеть, в каких-то бывших институтах, естественно. Но оживление деловой активности, оно явно наблюдается, явно наблюдается. Поэтому, смотрите, я считаю, что если не будет каких-то нехороших историй, условно там, продолжения активной фазы боевых действий, или, я не знаю, дефолта, или еще чего-то, мы начинаем медленно выкарабкиваться. И в том числе я вижу это по собираемости налогов, вижу по тому, как у нас растет бюджет городской. Ну, то есть у меня есть определенного рода сдержанный оптимизм. Главное, чтобы не мешали работать и в своих иллюзиях, так сказать, как я уже говорил, не путали людей, избирателей и самих себя в первую очередь. Потому что когда нет иллюзий, тогда и результат можно достигнуть быстрее и значительно конкретнее, чем сидеть фантазировать про хрустальные мосты. Ну вот о результатах. Вы очень много ездите, ездите как турист, приезжая в любой из городов, неважно, Украины, мира. Вы на что обращаете внимание в первую очередь? Вот вы не знаете, кто здесь мэр, кто здесь там глава администрации, неважно, там экология, это все уже вторые вопросы, которые узнаешь потом. Первый взгляд туриста вот в город, когда вы приезжаете. Ну, смотрите, это раньше я ездил много как турист, как журналист, сейчас же я в основном сижу в этом кабинете, то есть, но я много езжу именно по деловым вопросам. Вот, например, в ноябре у меня будет большой трип, я сначала еду в Стамбул, буду встречаться с нашими подрядчиками по метро с компанией Лима, потом со Стамбула полечу на Тайвань, мэр второго города по размерам на Тайване пригласил меня в гости, там может быть что-то найдем интересное, а потом перелечу в Японию и там буду встречаться с нашими потенциальными подрядчиками на строительство мусоросжигательного завода, то есть такая будет длинная поездка по востоку. Но вот условно, когда я приезжаю, я просто заметил, что изменилось где-то мировоззрение. То есть в первую очередь я смотрю на элементы городской среды. На люки, на отбойники, из чего они сделаны. Но это уже это профессионально, то есть уже просто за это цепляется глаз. Может быть, когда я перестану быть мэром, я подниму глаза в небо и буду смотреть на облака. Ну, я вам скажу, что вот, туристы в первую очередь, смотрят, они не знают, опять подчеркиваю, не знают, кто мэр в Днепре, кто мэр в Харькове, условно. Они смотрят на асфальт на дорогах, они смотрят на мусор. Я лично смотрю, там, как выметено. Но вы согласны, что в городе стало значительно чище, чем раньше? Не совсем. Ну, смотрите, во-первых, есть тому причина. Первое, это огромное количество строек по всему городу. Меня тоже не устраивает, каким образом они копают, бросают, делают кривые заборы и все остальное. Культуры производства нет. Но я не могу сюда привести американских или японских рабочих. У наших людей такая культура производства. То есть они в подъездах у себя плюют на лестничных клетках. Машины, из машины бычки выбрасывают. Соответственно, их тяжело обучить, чтобы они, когда производили ремонтные работы, они тоже не сыпали песок, например, на тротуар. Это первая причина. А вторая причина заключается в том, что нас реально начали догонять истории, которые не решались десятилетиями. То есть я считаю, что у нас критическая ситуация с тротуарами. Критическая ситуация. Выйти невозможно, не переломав ноги. Но сейчас мы начинаем делать кусками, я имею в виду там Троицкую, Курчатова и прочее. Но как бы с тротуарами, да, я прекрасно, я хожу по городу, я знаю эту историю. Но я ответственно совершенно заявляю, я вижу, что в городе стало чище. Не летает случайный мусор, пакеты, какая-то дрянь, всегда убираются обочины. Ну, это видно. Это надо признать. Ну, смотрите, опять же, есть разные истории. Если мы говорим жилмассивы, на жилмассивах тоже как бы стало чище. А про частный сектор, ну извините, когда жители частного сектора
платят за вывоз мусора от 10 до 30%, я за них доплачивать не буду. То есть, понятно, мы не дадим возможность поселкам утонуть в мусоре, но когда люди считают, что город у них заканчивается на границе их забора, и все, что происходит за забором, их не интересует, их не касается, и платить они за это не будут, ну, извините, тогда пусть они тоже в том числе живут так, как они себе выбрали. Понятно, есть разные механизмы, то есть мы сейчас будем как бы все эти вопросы дотачивать, но если жители частных поселков будут платить 30% за вывоз мусора, у них 30% мусора и будут вывозить. Все. Есть еще одна очень, на мой взгляд, позорная днепропетровская тема, днепровская. А догадываетесь? Ну, не знаю, жечь костры. Нет, это транспорт, городской транспорт. А, безусловно, там я отмечу, что есть движение, но, вы знаете, опять не хотела вот приводить сравнение. Я была в августе в Мариуполе, честно говоря, в центре города я ни одной маршрутки не увидела. Был городской транспорт в виде троллейбусов, да, не совсем новых, но они там покрашены, приведены в порядок. И совершенно обалдела от автобусов с электронными табло, лоцманы меньшей вместимости. Автобусы, ну это просто вот счастье и зависть. Я, с моей стороны, зависть. Ну, смотрите, опять же, то есть, если мы говорим о Мариуполе, то есть, вот, знаете, очень много приводят в пример, но, например, мы с мэром Мариуполя близко очень общаемся, очень хороший, кстати, парень, очень прогрессивный, хотя, когда его выбирали, на него вылили активисты ушаты грязи, что это человек Ахметова, ну, и все остальное. Работа, и да. Но смотрите, проблема в чем? То есть, во-первых, Мариуполь это компактный город. То есть, у нас есть некоторые маршруты по 38 километров. То есть, опять же, на них не пустишь троллейбусы. Ну, то есть, в каждом городе своя транспортная составляющая. Это раз. Второе. В каждом городе своя история. То, что у нас в городе полностью уничтожили городской, муниципальный, дешевый электротранспорт в угоду частных перевозчиков, это же не заслуга Филатова. Это заслуга частных компаний и попередников. То есть, если они даже линию троллейбусную на парус взяли и срезали, и сдали на металлолом контактную сеть, и потом Филатов ее восстанавливал, а не кто-то другой. На Сокол сколько они могли построить троллейбусную линию? Ну, 38 лет так точно. То есть, со времен еще строительства Сокола обещали еще при Брежневе построить эту троллейбусную линию, но ее не построил ни Брежнев, ни Лазаренко, ни Пустовойтенко, ни другие мэры, не будем называть имена, они всем известны, построил Филатов. Поэтому, естественно, как бы, когда я говорю, что нас догоняют десятилетиями созданные проблемы, в том числе я эти проблемы начинаю пытаться решать. Но давайте так объективно, без аптеки. Вы видите, что увеличилось, больше стало автобусов, большей вестимости. Что маршруточники стали уже хотя бы как-то останавливаться на остановках. У нас же как получается? За одним стоит маршруточником ППП. За другим батьковщина. Смотрите, это картельный сговор. То есть ровно в ту минуту, когда я начинаю им выкручивать руки, вот в эти телефоны начинают звонить и катать истерики. Последний раз была истерика, начали мне звонить с прокуратуры. Вы сняли там с маршрута такого-то. Я говорю, так послушайте, это не городской маршрут, это получается, какую они придумают схему. Они берут, делают маршрут из Слобожанского, например, в Кировское. Понятно, что жители Слобожанского не ездят в Кировское. На самом деле это скрытый внутригородской маршрут, который просто едет по городу и собирает деньги. И эти маршруты начал выбивать. С Генеральной прокуратуры начали звонить. То есть это, ну, я не хочу жаловаться, как бы, но чтобы вы понимали, ну, то есть это совсем не сладкий хлеб, когда ты сидишь в этом кабинете, а у тебя все сидят на голове. У них же город, это знаете как, это собственный карман. То есть вот в тот же момент, когда я начинаю с ними, так сказать, выяснять отношения, они пишут, что я вор, людоед, коррупционер, лишаю рабочих мест, начинают придумывать какие-то истории в платные группы в Фейсбуке, рекламы, и все понятно. То есть сразу мне начинает на голову литься грязь. Поэтому я просто вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что вот люди, когда начинают видеть, условно, там, активизацию какой-то активности по поводу имени Филатова там, в соцсетях или, грубо говоря, в интернете, они должны понимать, что именно в этот момент Филатов кому-то наступил на хвост. То есть просто так же не бывает всплески этой активности. Поэтому, ну, это видно по вашей риторике. Поэтому, когда мы говорим о том, что это позор, да, это позор, я это понимаю. Но мне за это не стыдно, потому что именно Филатов начал наводить порядок в этой сфере.
Наверное, если бы я был в Мариуполе, и у меня был город вот такой, а не вот такой, я бы быстрее бы навел порядок. Хорошо, Харьков. Там есть маршрут. Смотрите, ну опять же, давайте, когда я буду мэром, 12 лет как Гена, я имею в виду Геннадия Дольча, вы придете и зададите мне этот вопрос. Я пока мэр всего 2,5 года, из них 2 года меня депутаты раскачали как обезьяну на ветке. Ну, вас обвиняют в том, что, например, там на первоочередные нужды денег не хватает, а хватает денег, выделяют деньги на там, что-то, без чего можно было бы обойтись. Смотрите, вот да? Я всегда говорю, когда пусть они сядут в это кресло, оденут мои ботинки и пройдут мой путь. Сейчас я понимаю, у всех будет психоз по поводу того, как мы распределяем бюджет. Сейчас же 19-й бюджет войдет в открытую публикацию и в обсуждение. Я представляю, что там начнется. То есть начнут говорить, это не то, то не это, третье, десятое. Вон, видите, что у меня написано? А в нескольких словах можете описать, вот как вы распределяете бюджет? Как вы принимаете? Смотрите, в этом году у нас будет четко выработаны приоритеты следующего характера. Мы полностью зафинансируем департамент инфраструктуры. Полностью. А не по остаточному принципу. А все остальные будут подбегающие за счет сверхдоходов. Почему? Потому что у нас на самом деле была перевернутая история в этом году. Мы же как бы сидели, рассуждали, вот департамент инфраструктуры, это очень важно. Мы, если что, для него найдем деньги со сверхдоходов, с дополнительных доходов и прочее. И пытались как бы действительно размазать это как манную кашу по тарелке. А потом, когда мы вошли в крупные инфраструктурные проекты, например, как Курчатова, а все же растет, доллар растет, арматура растет, бетон растет. И когда начинают говорить, вот они пересчитывают, у них опять растет цена, так это не у меня растет цена. Вы посмотрите, что происходит с топливом и со всем. То, соответственно, как бы нам стало не хватать. Поэтому сейчас мы зафинансируем полностью департамент инфраструктуры, для того, чтобы он понимал, что весь 2019 год у него есть на проведение тендеров, соответствующие финансовые ресурсы и прочее. А все остальные по остаточному принципу. Но я думаю, всем достанется. Просто поймайте, они же опять же, вот, распорядители коштев так называемые. Ну вот приходит, например, там, управление парками. 400 миллионов гривен, условно там, КП, не знаю, там, 3 поросенка, 250 миллионов гривен. Они когда приносят эти бюджетные запыты, я говорю, вот вы нормальные люди? Не, ну вот мы чем больше попросим, тем считаем, что больше дадут. Я когда сложил бюджетные запыты, у меня разница между планируемым бюджетом и, грубо говоря, бюджетом, который мы... условно, между планируемым бюджетом и бюджетом, на который написали бюджетные запыты, превышало в 4 раза. То есть, грубо говоря, у нас там бюджет будет 14 915, но это, я же говорю, с защищенными статьями в том числе. А мне принесли бюджетных запытов на 50 миллиардов. Поэтому денег нет. Ну да, но это ж невозможно. А ситуация какая? Люди, когда рассуждают о бюджете, они думают, что у Филатова есть вот тут такая шухлядка, и он просто оттуда деньги так достает и все. Они не понимают, что бюджет должен быть сбалансирован. То есть, если я дам кому-то 50 миллионов на какую-то программу, я должен в другом месте ее отрезать. То есть, у меня нет бездонной бочки. То есть, бюджет, есть дебет, есть кредит. Это элементарные вещи. Поэтому ну, не получается так, что если я где-то в одном месте отнял и переставил, то в другом месте оно добавится. Понимаете? А что будете делать, вот вы упомянули топливо, сейчас же придут и скажут, давайте 8-9 маршрутки. Будем смотреть. Это же... Будем смотреть. Но опять же, вот страшно для города. Для города не страшно, что даже сейчас, при всем при том, что мы подняли цену на проезд в троллейбусах до 4 гривен, город реально доплачивает еще 2 гривны 37 за каждого пассажира. То есть реально, вот все говорят, вот типа вот, дорого. Но при этом городской бюджет еще оплачивает 2,37 гривны, просто достает из бюджета. То есть себестоимости даже нет при такой цене на электроэнергию. Ну, наверное, мы можем доплачивать. Это очень большая тема. Смотрите, мы, наверное, можем доплачивать. Мы, наверное, можем вообще сделать все бесплатно за счет городского бюджета. Но, опять же, он не безразмерен. То есть, либо мы тогда ездим все бесплатно, но тогда у нас не будет новых троллейбусов. Тогда нам не будет чем отдавать кредиты ЕБРР за приобретение нового пешеходного состава. Тогда у нас не будет ремонта трамваев. Вы посмотрите, опять же, вот вы говорите, например, про Мариуполь. Протяженность наших трамвайных линий известна.
например, на Ломовский, он же Фрунзенский. Вы видели вообще, какие там пути? По Богдану Хмельницкому? Как, извиняюсь, бык написал. То есть, а это не шутки. То есть у нас каждый день по 2-3 схода подвижного состава. Мы уже уменьшаем скорость движения, поскольку ну, просто трамваи слетают. Переложить это, ну я не знаю, 1-2 миллиарда, чтобы все это переложить. Поэтому тут история очень простая. То есть, есть вот они вещи, они лежат объективно на столе. Понятно, хочется дешево или бесплатно, и чтобы оно было современное. И вообще, я не знаю, чтобы все женщины были моложе, а все мужики были богаче. Но идеальной модели мира не существует. Мы живем в такой ситуации, в которой мы живем, и в такое историческое время. Мост откроют в этом году? Да, конечно. Полностью, я имею в виду, он уже будет доступен? Да, на следующей неделе мы переходим на вторую полосу. Но опять же, это не значит, что если ту делали столько, то эту будут делать столько же. То есть, на самом деле, мост сделали весь, просто сейчас мы, получается, переходим на вторую полосу и начинаем там как бы делать, условно, гидроизоляцию, асфальт. Я думаю, что ну, к 1 декабря, как кричал Михаил Александрович, наверное, не получится. Но я думаю, до Нового года закончим. Очень много к вам вопросов. Вот, к сожалению, времени больше не дают, а к нам выходите редко. Хотелось бы, конечно, чтобы вы ходили чаще. Я объясняю, почему я скачу по разным темам, да, и очень хочется вас спросить о многом, но о многом не могу. Я хочу давно у вас спросить, а зачем вы пишете в Фейсбуке? Для чего вот ваш мотив личный? Ну, вы заметили, я меньше стал писать в Фейсбуке. Нет, я не анализирую сейчас, много или мало. Вот мне интересно, ваш мотив, вот для чего? Вы отвечаете недоброжелателям, вы отчитываетесь о работе. Вы что? Ну, вы сами ответили на все мои мотивы, сами их перечислили. То есть, ну, смотрите, опять же, то есть у меня нет на голове короны, но я просто считаю, что когда у тебя там по 250 тысяч подписчиков, или сколько там, 230 плюс там френды, то, наверное, я своим Фейсбуком перекрываю, грубо говоря, там все интернет-СМИ, которые есть у нас в городе. То есть я один, это сам по себе газета. Поэтому, конечно, не пользоваться таким ресурсом, наверное, было бы неправильно. С другой стороны, люди видят, то есть, и отвечаю я людям тоже напрямую. Для меня в том числе очень важен фидбэк. То есть я не могу всем ответить или всем помочь. Отвечаете. Конечно, то есть, но я не могу всем ответить или всем помочь. Но вот недавно была история, то есть написала женщина письмо, ну не письмо, пост, или не пост, комментарий. О том, что там у меня 4 детей, не могу получить какую-то справку, Борис Ильич, скажите, я готов ее даже купить. Я дал указание своим помощникам, они с ней созвонились, списались. Чтобы было понятно, она получила справку за полчаса. Возникает вопрос, а почему она до этого ходила полгода, а теперь получила за полчаса? Это значит о том, что не работает система. То есть это значит, что сидят какие-то бюрократические крысы, которые просто издеваются над людьми, понимаете? То есть, ну, мэр же не может всем звонить и говорить, дайте этому справку, дайте этому справку. То есть это говорит о том, что система не работает. И этот сигнал я получил с Фейсбука. И это очень важно. То есть теперь разбираемся, либо кого-то уволят, либо, ну, наверное, как-то будем систему перенастраивать, потому что, ну, у меня вообще есть большие вопросы к департаменту соцзащиты. Мне кажется, что там работают просто сотни людей, которые переносят документы с этажа на этаж. Но когда надо получить справку матери 4 детей, она ходит полгода и не может ее получить. Будем разбираться. Это я к чему? Вы в Фейсбуке пишете о том, что болит у вас и что важно для вас. А иногда СМИ, не все СМИ у нас в городе плохие, и там не все совсем неграмотные. Вот иногда СМИ задают вопросы, которые интересны горожанам в том числе, потому что, ну, все-таки мы общаемся где-то. Поэтому ходите к нам чаще, будем Спасибо. Говорить подробнее и о транспорте, и о ремонте, и о бюджете. Спасибо. Спасибо.